Всем привет! Мы на канале Хадарики. Сегодня мы будем делать обзор фена от бренда Дейкман. Я, как стилист, работающий в индустрии красоты уже очень много лет, работала с разными гаджетами, и сегодня я сделаю Насте укладку и покажу, как нужно пользоваться феном и как правильно им работать. Настя, вот смотри, я тебе объясню, как пользоваться феном. Ну, во-первых, да, у него очень удобная эргономичная ручка. Это комфортно для того, чтобы держать фен в руке. А дальше у него есть возможность выбора разной температуры и потока воздуха. От холодной до горячего воздуха. Вот так мы включаем. Индикатор с правой стороны дает нам скорость. А индикатор красный с левой стороны дает нам температуру. Тройка — это максимально горячий воздух. Ну и единица — более сам прохладный на единице. Также у него при большой максимальной мощности вот, он совсем бесшумно работает. У него совсем его не слышно, как он работает. В комплект входит две насадки. Насадки-магниты. Они очень удобны для того, чтобы вот крутится возможность. И можно самому себе индивидуально направлять поток воздуха при укладке. Ну и вторая тоже. Вот такая. Две насадки сопла. И поток воздуха — это самый такой низкий, да? Чуть, если больше мы добавляем скорость, тем быстрее будут высушиваться волосы. А если мы добавляем температуру, то единица — это обычная сушка волос, а вот тройка — это всегда, ну, более горячий воздух для того, чтобы отполировать волосы, чтобы они были гладкие. Тебе, Настя, нужно будет пользоваться, будешь выставлять индикатор воздуха потока на тройку, чтобы максимально быстро он высушивал и быстро, чтобы высушивал. А температуру будешь ставить либо единицу, красный индикатор, либо двойка. Ну, для твоего типа волос этого будет достаточно. Настя, для тебя подойдет вот такая насадка. Эта насадка подходит для коротких волос, волос средней длины. Если будет насадка вот такая, широкая, обычно это больше для длинных волос, потому что она вот как раз подходит под ширину расчески. То есть вот таким вот образом она высушивает и полирует. Почему, да? Вот вопрос был, как. А сейчас мы себе сделаем прекрасную укладку и продолжим. Ну вот мы сделали укладку. Настен, как тебе? Отлично. Мне тоже все очень нравится. Классный фен. Я его рекомендую и для работы в салоне, и для использования в домашних условиях. Друзья, вы сейчас увидели, как Евгения при помощи фена вот этого прекрасного Дейкман сделала укладку нашей Настеньки. Сейчас я вам расскажу технические характеристики. Напряжение у нас 220-240 вольт, мощность 1500,
количество температурных режимов 3, скоростей 3, скорость вращения мотора 110 тысяч оборотов в минуту. Две насадки идет нам. Тип мотора бесщеточный. Крепление насадки вообще обалденное. Магнитное. Хопс. Двухслойная фильтрация. Так. Технология ионизации тоже есть, в нем присутствует. Холодный поток воздуха тоже есть. Защита от перегрева. Индикация. Функция памяти настроек. Вес вообще 370 грамм. Гарантия 1 год. Если вы перейдете на сайт Deichmann и зарегистрируетесь там, то второй год будет бесплатно. Друзья, кого заинтересовал фен Deichmann, можете перейти по ссылке, которая находится в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всем, кто зайдет по ссылочке, будет скидка от Хадариков. Ну все, друзья, всем до новых встреч, всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами были Хадарики.